Здравствуйте, здравствуйте, мои хорошие. Меня зовут Алексей, продолжаем кампанию ГЛА. У нас на очереди последняя миссия. Будем рвать и метать. На которую мы молились и за которую боролись, брат. Мы должны захватить космодром у китайцев и американцев. Ракеты обрушат смертельные токсины на наших врагов и приведут к настоящему освобождению мира. Мой генерал, это наша судьба. Мой генерал, это наша судьба. Космодром Байконур, Южный Казахстан. Всему персоналу вернуться на базу. Повторяю, всему персоналу вернуться на базу. Вот бы эта ракета бомбанула у них на базе. Мы все прекрасно помним, да, чем закончилась это из прошлой миссии. Что бывает, когда на вашей базе взрываются ракеты? Наше послание. Они приготовили ее к запуску. Мы должны атаковать немедленно, если хотим ее захватить. Сегодня мы встретим нашу судьбу. Ну что, начинаем? Здание наземного управления хорошо охраняется. Мы должны будем ударить по ним всем, что у нас есть. Ударить всем, что у нас есть? У меня, собственно, ни хера толком и нету. Захватите зону запуска из здания наземного управления. О, токсины готовы, хорош. Если рассеяться, мы возродимся победителями. Так, ну что, ребята, в общем, как обычно, заказываем побольше рабочих, да, и строим сразу несколько заводов. Это здание наземного управления. Мы можем использовать повстанцев, чтобы захватить это здание. Мы должны захватить ракету, чтобы установить боеголовку. Да это я уже понял. В общем, ребят, как и раньше, строим сразу несколько заводов и как можно скорее отправляемся в атаку. Так, значит, давай-ка вот это для того, чтобы захватывать вышки. И сразу две военных фабрики. Делаю, что сказали. Кстати, по поводу военных фабрик. Надо радар, наверное, построить. Сейчас я вот пробинжу их. Во, чтобы в бою уже не отвлекаться. Давайте сразу радар закажем. Здесь также есть вышка, которую можем захватить. Призываем, значит, повстанцев. Модернизация завершена. Можно, кстати, сразу дворец построить. Дворец понадобится чуть позже, да, для того, чтобы строить, не знаю, там тоже супер оружие или какую-нибудь технику улучшенную. Все, радар готов. Заказываем вам обычные танки, то есть ПВОшки, танки, все как обычно. По ресам пока все очень печально, но что поделаешь. Надо еще сбросить также токсины, но сделаем чуть позже. В общем, против нас сражаются сразу две армии, американцы, получается, и Китай. Вот, и в первую очередь пойдем выносить Китай, посмотрим, что у него там есть. У них, кстати, также есть супероружие, которое они захотят использовать, но, в общем, наша задача, конечно, не позволить это им сделать. Заказываем побольше техники, хорошо. Все, и посылаем солдат в атаку. Условно говоря, в атаку. На самом деле, их задача просто открыть карту. То есть, мне сейчас важно найти, собственно, китайцев, да? И уже потом нашими войсками мы рванем туда. Используйте повстанцев, чтобы захватить ракету. Также можно воспользоваться токсинами для того, чтобы смять часть обороны, которую нам в любом случае придется как-то проминать нашими войсками. Ну а токсинами сделать это намного проще. Отлично, дворец готов. Тут есть усиление токсинов, но, блин, оно очень дорогое. Пока что не по карману, скажем так. Солдаты продвигаются вперед. Сейчас посмотрим, где-то здесь они уже должны быть. Давай драться, хватит сиськами играться, да? Их войска разгромлены. С хера ли они разгромлены-то? Когда ты успел уже их разгромить-то? Продвигаемся дальше. О, так они уже здесь в зданиях сидят, хера себе.
Короче, давайте вот так вот бомбанем. Китайские войска основали базу на фабрике. Разделение потеряно. Ну это, конечно, потерянные войска, но ничего страшного. Заказываю, значит, побольше техники. Пусть он так стоит наяривает. Сейчас их прижарит. Очень хорошо прижарит. И мы еще за это жересы получим. Во, нормально. Только единственное, что плохо, в здании-то в любом случае не остались. Может, не знаю, токсичные трактора, что ли, заказать. Просто единственное, мне чем не нравятся токсичные трактора, что они очень близко подъезжают. И, ну, в общем, прохладная эта история. По технике пока неплохо. Давайте все-таки подождем, когда у нас построится побольше танков тех же самых. Вот так тут еще что ли ресурсная эта херобора. Давайте тоже ее захватим. Нихера себе. Ресы мне лишние не повредят. Так, ну что, давайте уже основными войсками потихоньку выдвигаться. Заодно еще также захватим эту вышку. Ресурсную. Что называется, поднимем бабла, да? Разделение потеряно. Не забываем также подстраивать технику. Дело в том, что американцы могут пойти на меня, пока я здесь, собственно, провожу атаку против Китая. Ну, в общем, посмотрим. Хватит у них наглости или нет? Ну, я думаю, что хватит. Все, аккуратно продвигаемся вперед. Атакуем всеми войсками. Ох, нихера себе, там тяжелые еще танки. Просто со всех орудий его атакуем. Не знаю, хватит, не хватит мне войск. Но я думаю, что хватит. Самое главное, конечно, сметь его оборону. Все, продвигаемся аккуратно дальше. Захватываем еще также вышку. Ну что ж, неплохо вроде, да? Основные войска продамажили. Но там дело в том, что еще очень много пехоты, я думаю, да? Плюс еще вот эти бункера. В общем, нужно действовать аккуратно. На базе уже часть техники готова. Можно было, кстати, может, и пехоту, что ли, построить также для того, чтобы атаковать противника. Неплохо, неплохо он меня продамажил, но так или иначе, основные войска, мы у него тут немножко так подкоцали, да, подкоцали. Сейчас будем продвигаться дальше. Подразделение потеряно. Ну, хорошо, хорошо. У нас также еще войска идут с базы. На базе вроде все тоже идет неплохо. Американцы не атакуют, и хорошо. Ну что самое, знаете, неприятное, когда ты пошел в атаку, а тебя херак там на базе какая-то веселуха. Продвигаемся дальше. О, хорош. И углубляемся в их базу. Это как с девчули, да? Сперва ты ее немножко щупаешь, а потом углубляешься. Так же и здесь. Сперва немножко пощупали китайцев, а теперь надо углубляться. Вот эти тяжелые танки, конечно, делают вырванные годы, урон у них просто бешеный. Можно, кстати, супероружие что ли построить. Пусть она пока тикает. Забираем технику с базы. А что, мне атака провалилась что ли? Нихера себе. Лихо, лихо. И супероружие сразу у него затикало. А чертяга. Ну, кстати, до ядерки-то осталось 2 минуты. Подразделение потеряно. Она там дальше. Ах ты, а! Тут еще поезд нарезал. Вот это не везет мне, да? Мало того, что я еще в атаке просрал, так мне еще поезд нарезал. А что творит, а что творит? Продвигаемся дальше. В общем, наша задача сейчас убить супероружие до тех пор, пока оно не активировалось.
То есть сделать это максимально быстро. Иначе будет печаль, беда. Там еще и обычные танки есть. Херачим, херачим. Ну, достаточно много здесь техники. Ну, как много? По идее, у меня очень-очень мало танков в атаке, поэтому даже то количество, которое здесь есть, это достаточно много. Подразделение потеряно. Еще небольшое подкрепление. Отправляем в атаку. Так, чертяга, все-таки убил меня один из заводов. Значит, восстанавливаем один завод. Хотя можно даже несколько сразу их построить, да? По идее-то. Так, ну что ж, будем надеяться на то, что у тебя здесь нету войск. Сразу атакуем супероружие. Ну, неплохо, вроде продолбили его. Подразделение потеряно. Оно, кстати же, еще бомбанет потом. И ух, как бомбанет. Ну ладно, похер на самом деле. Самое главное, чтобы убить китайцев уже до конца. А что там уже будет после, да? Уже не так уж и важно. Да ты хорош мне эти заводы-то сносить. Не, чертяга сносит и сносит постоянно мои заводы. Внимание! Обнаружен запуск ядерной ракеты. Да ну нахрен. Слышите, он ядерку пустил. Вот это поворот. Куда? Ну, кстати, на самом деле лайтово он пустил. У меня там сверху-то вообще ничего и нету толком. Единственное, что плохо, он мне снизу постоянно херачит в фабрику мою. Подразделение потеряно. Я уже на самом деле, если честно, запарился восстанавливать эту фабрику. То есть я только построю, он херак ее снимет. Ну что, поехали дальше. Я не помню, кстати, базу. Нет, базу мы еще не убили. Но база сейчас будет на очереди. Подразделение потеряно. Сейчас до базы мы доберемся, ребят. Продвигаемся дальше. Фокус базы. Постоянно атакуют и атакуют, чертяга. Значит, заказываю побольше техники. Подразделение потеряно. Потери, потери, везде кругом какие-то потери. Все, американцы уже пошли в наступление, что называется. Ничего, сейчас мы и до американцев доберемся. Давайте, давайте, херачьте. А на самом деле, по поводу супероружия я уже не переживаю, потому что оно уже, скажем так, в следующий раз не активируется. То есть его песенка закончена. О, американцы, что же вы со мной творите-то? Ой, я же до вас доберусь-то, а? Ой, доберусь. Вы у меня следующие. Вы у меня на очереди. И что я с вами сделаю? Я даже не хочу вслух говорить, потому что это очень страшно и опасно. В принципе, от Китая-то здесь ничего толком и не осталось. Уж как гатлинга. Но она, кстати, неплохо раздает, с учетом того, что у меня танки не очень живучие. Во, хорош. Сейчас мы бомбанем супероружие. Ну вы че в упор-то подъехали, ёпты. Строим побольше техники. Но я американцев просто как котят сломлю, потому что у меня столько техники на базе будет строиться, что просто жесть. У нас там с трех фабрик получается. Главное, чтобы реса хватали. Кстати... Также можно еще ресурсное здание построить, потому что там же есть улучшение. И очень даже хорошее улучшение. Единственное, что мне ресов может не хватить на эти самые улучшения. Потому что одно дело здание построить, а другое дело еще заказать улучшения, которые там есть. Так, значит, бомбим дальше электростанции. Я на самом деле не знаю, может вообще это не стоит делать, да? То есть пусть они остаются. Ну, вроде какие-то звездочки получаем, да, звания зарабатываем. Неплохо они так наяривают. Бам!
И давай еще последнее. Все, готово. Ну теперь можно уже возвращаться, то есть здесь у нас наша задача и функции выполнены, да? Возвращаемся на базу. Американцы все пытаются меня как-то проатаковать, но пока безуспешно. Мы можем как раз использовать залп ракетами по его базе, да? И уже потом пойти в атаку. Кстати, по поводу залпа, давайте сделаем это улучшение, которое увеличивает урон от токсинов. Оно очень важно, то есть оно хорошо так их прижаривать будет. Скорпионом... Не, давайте сделаем токсины. Здесь еще очень много улучшений. Я не знаю, у меня тупо на это все ресов не хватит. Наши войска возвращаются на базу. Самое главное еще под поезд не попадать, да? А то я столько техники отдал на этом поезде чертовым. Продвигаемся дальше. Воспользуемся супероружием, ребят. Мы его там просто как котенка сомнем. Сейчас только улучшение это делается, да, чтобы токсины хорошо сжахали. Американцы пытаются атаковать, но пока все безуспешно. Так, значит, по улучшениям давайте все-таки части отменим того, что я тут назаказывал. Подразделение потеряно. Починка. Также можно ракеты сделать. ПВОшка будет сильнее долбить, тоже хорошее улучшение. Но, блин, на все это ресов, конечно, нету. А, так, что там? Ага, токсины доделались. Ну, сейчас мы тебя живахнем. Ох, живахнем. Так, забираем супероружие. Я не знаю, примерно сюда, допустим, да? Внимание, скат-шторм начат. Тут как раз еще очень много электростанций. Ох, сейчас его прижарит. Фишка в том, что мы же еще за это деньги получим, да, за уничтожение этих зданий. И это очень хорошо. Забираем наши войска. И уже ими можно идти в атаку. Ни хрена себе он долбит. Вы посмотрите, чертяга, что творит. Вообще неплохо зашло. У него, правда, на базе полная херня творится и происходит. Но так или иначе, неплохо он меня пощелкал. Какие-то там, не знаю, там несколько самолетов неплохо так подсняли мне войск. То есть я не знаю, конечно, сколько конкретно он меня убил, но мне мало не показалось. Сейчас мы токсинку еще заюзаем. Можно, кстати, на аэропорт ему использовать, да, чтобы самолету его покоцать. Подразделение потеряно. Только вопрос в том, где у него тут... Ага, ага, ага. О, хорошо, хорошо, пошел в атаку. Давай, 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 давай. Заказываем, значит, на базе побольше техники. Я думаю, что на базе нам уже больше ничего не угрожает, потому что Китай-то мы вынесли, да? Какие-то взрывы вообще лютые. Ха-ха, жесть. Продвигаемся дальше. Захватываем нефтяную вышку. А, так у тебя энергии нету, мил человек, ни хера себе. Да ты же находка просто для меня. Делаем фокус по танкам. Все, энергия включилась. Как-то немножко не вовремя, да? Только я подошел к вышкам, и энергия заработала. Все, отлично, зафигачили. Пока подождем, подождем. Сейчас у нас техника немножко скопится. Хорош, забираем. И всеми войсками идем в атаку. Что-то я, знаете, строю с трех заводов, казалось бы, но постоянно не хватает войск. Думаешь, куда эти войска деются? Хер его знает. Давайте еще увеличенное количество зарядов сделаем. Может, у меня там опять поезд бомбанул, то есть этого тоже надо не исключать. Не, ну поезд, конечно, делает вырванные годы. Фигачим сразу аэропорт. Правильно, в упор просто подошел. Да в жопу этот ускоритель. Куда он использовал-то его? А, мои войска сверху жарит. Я еще, главное, думаю, где я их оставил. Вон он еще, Михалыч. Все, идем по низу. Подразделение потеряно. Ничего страшного. Продвигаемся дальше.
Да мы почти все сделали, ребят. Мы Китай уничтожили, да? То есть здесь мы уже от американцев и мокрого следа не оставили. Есть у него еще тут немножко зданий, но это вопрос времени. Сейчас мы тут все пожухаем. Как и любая другая миссия за ГЛА, в общем, если вы долго будете сидеть на базе, то все будет очень печально, да? То есть у вас и американцы, и Китай будут жучить. Потом они, собственно, в любом случае вас что-то убивать будут, а также будут использовать свои способности. В общем, ничего хорошего в этом нету, да? То есть быстро вышли, пожухали их, и все, свободны. Я сам любитель, конечно, долго отсиживаться на базе, там, не знаю, накапливать побольше войск. Но это не тот случай, лучше так не делать. Так, где-то у него строитель... Ага, сверху строитель идет. Давай, давай, иди сюда, мой хороший. Все, до свидания. То есть базы уже нету, строителей у него нету. В общем, ничего у него уже нету. Так, ну что ж, пехота нам понадобится еще в захвате. Пехота понадобится в захвате. Давайте посмотрим, а тут какие-то войска есть от американцев? Ага, конечно. Куда без них? Все, хорошо, проходим вперед. Давайте сразу захватываем это здание. То есть осталось только лишь добить американцев. Вот. И продвигаемся дальше. Я не знаю, есть смысл заморачиваться, прям все здания выносить, да? Какой в этом смысл? Он строить как бы ничего не может. Ну разве что супероружие, конечно, надо завалить. Потому что супероружие может немножко меня так покоцать. Не скажу прям, что сильно. Ни хера себе у нас тут скопилось войск. Все, значит, посылаем через атаку просто на ракету. Там, я думаю, они сами разберутся уже, чё почём. Тоже продвигаемся дальше. Ох, там ракетчики сидят. Здание наземного управления. Так, здание наше. Хорошо, там еще машины подъезжают. Наземное управление теперь функционирует. Мы должны сохранить это здание, генерал. Откуда у тебя столько это, самолетов? Жесть. Мы вроде аэропорты у него вынесли. Не знаю, может где-то еще остались. Но он не совладает, не совладает. Здесь у меня достаточно много техники. Хотя как много, да? Становится все меньше и меньше. Но там еще какие-то танки едут. Что-то где-то едет у меня, собственно, с базы. Давайте, 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 херачим, херачим. Залп ракетами. А есть вообще смысл от этого залпа-то? Подразделение потеряно. Наверное, смысла-то уже и нету. Тут осталось всего лишь пару танков, да? Продвигаемся дальше. Надо было, наверное, энергию выключить, да, чтобы эти вышки не работали. Так, ну что ж. А что, все? Все мои войска? Где остальные? Я, главное, строил такую огромную толпу. Где остальные мои войска? Хер его знает. Наверное, опять этот чертов поезд. Вот самый... Какой, вот меня спросите, какой самый сильный юнит, да, самый сильный это в игре? Это поезд. Потому что только он херачит технику, это, конечно, делает вырванные годы. Все, 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 пошел пехота чистая. Но может сейчас токсины сбросить ему сюда. Хотя, с другой стороны, из бункеров, по-моему, не убьет. Ну ладно, так чтобы было, да? Это мы уже захватили, хорошо. Ну что, строим новую технику? А нам на самом деле побольше надо ПВОшек, потому что там пехоты много. Или супероружие использовать. Надо было супероружие использовать, да, чтобы как-то без проблем. Здесь уже непосредственно кататься. А тут и ничего не осталось-то больше. Ты охерел, что ли, слышь? Стрелок херов. Все. Откуда он вообще? А, он сверху идет. Я и думаю, откуда у него войска. Все, ребята, погнали. Там на самом деле, кроме пехоты, по-моему, ничего больше не осталось. Но это не точно. Там еще, по крайней мере, вышка есть, да, которая работает. Но можно ее отключить. По идее, электростанция-то здесь.
Опять этот гребаный поезд. Ребят, короче, это все из-за поезда. Он реально сносит войска как-то не по-детски. То есть это самый сильный юнит в игре. Бесспорно, я думаю. А что если зайти где-то сзади высадиться нашими вот этими ребятами бравыми? Вышка не должна достать. Ладно, пойдем в атаку. Я специально их опустил по низу, потому что они иногда тупят, начинают где-то что-то объезжать, и вот как сверху, да, там, огромная толпа войск пошла. Вот опять же, откуда ты прешься? С базы, что ли? Все, просто через атаку продвигаемся выше. Осталось дело за малым. То есть, получается, там вышка и пехота. Все. Больше здесь, собственно, уже и нечего херачить. Неплохо, неплохо он раздает. Подразделение потеряно. Все, и захватываем. Фу, на самом деле было немножко трудно. Ребят, как я уже сказал, если будешь долго сидеть на базе, то будет все очень плохо. То есть тебя атакуют с двух сторон, у него также появляются способности. Ну а так, получается, мы быстро пришли, увидели и победили, да. На самом деле можно было получше сыграть, потому что я там на Китае отдался, пришлось там несколько заходов делать на американцах, вот с самолетами. Но так или иначе все вышло, все получилось. Я, насколько понял, они сейчас зарядят токсины и с помощью боеголовки отправят куда-то. Этот день станет великим. Все, захватили, молодцы. Как там? Поехали! Да, 3, 2, 1, поехали! Ну, то есть, получается, это единый ракетоноситель, а ту боеголовку, которую ты навернешь, это уже вопрос второй. То есть, с космонавтом в космос, там, или токсины, или ядерное оружие. Неужели по гражданским бомбанет? А, какие это... ГЛАшки проклятые. Я вообще не понимаю, против чего они борются, против гражданских, что ли? Они, типа, борются с тиранией против Америки. Но гражданских бомбить это, ну, такое себе, прохладная история. Вы одержали победу. Я могу, знаете, выдохнуть и уже сказать, что ура, наконец-то мы прошли кампанию за ГЛА. На самом деле просто не было. Все, что вы видели, это результат того, что я над некоторыми миссиями очень долго, часами крапел, как их лучше проходить. Реально, кампания за ГЛА сложная. Если, скажем так, не разобраться в том, как проходить те или иные миссии, можно очень долго часами сидеть над одной миссией, не знаю, и ломать голову, как же это проходится. Что касается компании за ГЛА по отношению к компании Китая, то здесь действуешь как-то быстро, да? То есть здесь, наоборот, невыгодно сидеть на базе, копить какую-то там, не знаю, крит-машну и отправляться в атаку. Здесь быстро-быстро наклепал, пошел в атаку, все. То есть за Китай, наоборот, лучше построить защиты там побольше, да? Потом уже, как войска скопятся, пойти в атаку. Здесь никакой защиты, просто войска наклепал и за родину, за Спарту, да? Все, ребят, мы с вами увидимся уже в кампании за Америку. Я с вами прощаюсь до следующего видео. Подписывайтесь на канал, ставьте большой палец вверх, вступайте в группу ВКонтакте. Всем хорошего, позитива, удачи и пока-пока.